ребят, но бездарных вышло из его академии и будут играть во второй лиге. Но это будет еще не скоро. Так что тут мы даже и проверить мою теорию не сможем. А пока он может бахвалиться сколько хочет, и, но он в любом случае делает правильное, хорошее дело. Во-вторых, я считаю, что надо отменять лимит. Тут должно быть только два варианта развития событий. Либо лимит 4 иностранца, то есть ужесточение, даже может быть 3.